Вот какая красота у нас еще. Сделаем чуть-чуть морковкой, чтобы сладкая была. Вот так. Вот так. Чтобы она двух сторон была ровненько. Берем майонез. Можно и сметанок. Вот так просто сейчас возьмем и намажем. Там зелень. Просто вот так, смотрите. Берем сыр. Я же делаю для моих детей, я все делаю руками. Смотрите, сыр сыпем, сыпем. Красиво. Равномерно. Не жадничай, делаем побольше. Смотри, какая красота. Морковочка. Хотите больше, хотите чуть меньше. Один сделаем морковка, другой сделаем без морковка. Берем лаваш, как рулетики. Смотрите, чуть-чуть давим. И потихоньку пошли. Вот. Остановка. Потоптали хорошенько. Теперь берем, как гата делаем. Это, смотрите, как красиво. Быстренько и вкусненько. Так что готовьтесь с любовью. И чуть-чуть добавляем молоко. Молоко добавили. Сейчас будем мазать. И поставим в духовку. И посмотрите, какое чудо у вас получится. Как она вкусная. Ну, красота, красота настоящий, домашний. М-м-м-м. Смотрите, вай, чуторин, вай. Вай, чуторин. А вот это сверху, смотрите, вот так вот. Готовьтесь с любовью и кушайте на здоровенько.